Я что тебе сказала, сын? Сиди в своей комнате и даже не пытайся выйти. Счастливого, мать вашу, Хэллоуина! Нужно послушать музыку. Как же они меня достали? Мне уже почти 14 лет. Я сам могу решать, что делать со своей жизнью. Я ни за что не пропущу этот Хэллоуин. Буду развлекаться, как захочу. Родители уехали, можно и покурить. Мне нужно выбраться отсюда. В комнате есть инструменты, которые мне помогут. Крутая игрушка. Родители подарили мне его в надежде, что я буду хорошо учиться. Наивные.
Мне нужно ударить чем-нибудь тяжелым. Я очень хочу холодного пива. Я тихо пройду к холодильнику, чтобы Келли меня не заметила. Срочные новости. Из местной тюрьмы сбежал опасный маньяк. За пару дней было обнаружено 4 трупа. Будьте бдительны, по возможности не выходите из дома. Будьте очень внимательны и осторожны. Маньяк переодевается в костюм клоуна, и он очень жесток. Заприте двери и не выходите на улицу. В случае чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните 911. Будьте очень осторожны. Я не могу позволить ей увидеть меня. Хотя, ладно. Но если не хочешь, чтобы я позвонила твоим родителям, сделай тыкву для Хэллоуина вместо меня.
Как же тяжело быть сыном известного музыкального продюсера. Денег много, а толку? Отца постоянно нет дома, постоянные переезды. Как же мне это все надоело. Нож на кухне, Чарльз. Долбанный ветер! На улице никого нет, Келли. Вы только что переехали в этот город. Местные дети стесняются просить конфеты у новых людей. Да, мы постоянно переезжаем. Из-за работы моего отца я не могу найти себе друзей. Ладно, неважно. Иди и приберись в своей комнате. После этого я тебя покормлю. Thank you.
О, моя зажигалка. Возьму ее с собой. Чарльз! Похоже, предохранитель сгорел! Исправляй скорее, мне очень страшно! Вытирай сопли, иди жрать, а потом пиздуй в свою комнату и ложись спать.
Если я их вытащу, в доме погаснет свет. Если я их вытащу, в доме погаснет свет. Спокойной ночи, Келли. Спокойной ночи, Чарльз. Куда делся мой грёбаный дрон? Кто-то кинул камень в окно.
О боже мой, мне нужно включить свет. Черт! Мама! Я должен вызвать полицию.
Черт, отвертка сломалась. Thank you.
Дерьмо! Нет связи! Нужно выйти на улицу! Маньяк! Он здесь! В моем доме! Улица Вязов 7! Приезжайте быстрее! Хорошо, я пришлю вам патруль. Нужно позвонить родителям. Ключ должен быть в комнате родителей. Боже! Мама! Папа! Нет! Отъебись от меня, ублюдок! С удовольствием! Куда он делся? Предлагаю одну игру. Отгадай 3 загадки, и тогда получишь код от игровой комнаты. Итак, загадка номер 1. Какая часть фильма «Хэллоуин» носила название «Возвращение Майкла Майерса»?
один убийца. Я должен взять нож для защиты. Блять, он его забрал. Пс, парень, ты здесь? Скорее иди сюда. Я офицер полиции, не бойся. Я выведу тебя отсюда. Ты знаешь, где он сейчас? Нет, он прячется где-то в доме. Пожалуйста, заберите меня отсюда. Не бойся, пацан. Со мной ты в полной безопасности. Последняя загадка. Ты празднуешь свой день рождения всего один раз в 4 года. Какого числа у тебя днюха? Развлекайся. Нет мощности. Nice. На случай, если опять вырубят свет. Предохранители в коробке. А коробка в нашей спальне.
Я в безопасности. Убийца не знает секретный код от игровой комнаты. Нет, мистер Стивенсон, не делайте этого. Кто это? Я не мистер Стивенсон. Это мой отец. Вы из полиции? Маньяк убил моих родителей, няню и копа. Пожалуйста, пришлите еще патруль. Чарльз, мне так жаль. Твой отец серийный убийца. Он начал убивать еще 3 года назад, но сейчас все совсем вышло из-под контроля. Полиция только недавно смогла выйти на его след. О чем вы говорите? Здесь тот маньяк из телевизора, в костюме клоуна. Он сбежал из тюрьмы. Чарльз, твой отец убил этого маньяка. Они случайно встретились возле кинотеатра на окраине города. Он забрал его одежду и направился к вашему дому. В машине мистера Стивенсона мы обнаружили кровь. Твой отец убил свою жену, вашу няню, и пришел за тобой. Спецназ уже мчится, Чарльз. Скажи, ты в безопасном месте? Да, я в секретной комнате. Пароль от нее знаю только я. Только я и мой отец. Сыночек! Watched it. Before you go, thank you so much for watching. I hope you enjoyed it. Don't forget to hit the like and subscribe if you haven't did it already. It's free, it helps you to stay updated with the next video and the upcoming great content from Mr. Moons. Catch you in the next one. Take care, big love from MM, and I love you all.